Кстати, что-то быстро, если это последний уровень, что-то быстро его прошел. Я ставил казик на 20-45. Что я буду дальше делать? Я не планировал ничего другого стримить. Так, я, конечно, не понял сюжета этой игры. Надо, чтобы мне кто-то объяснил, потому что я реально нихуя не понял. Почему Ниточкин ходил по местам, где бывали челики, типа, из его дома, где он появился, ну да? Ну что где еще? Где он заспаунился. КРЧ, ты меня заебал. С ноября я записываю суммы всех донатов. Да, уже были такие челы. В начале следующего месяца выдаю статистику по уже твоим были такие челы, с прикрепленными скринами и тому подобное. Уже я таких миллион сообщений слышал, и... Все не под... Сколько Ух, там? Киберпанк лучше. Блядь, если чел говорит про другую игру, значит ли это, что он перебил... А я так понял, это этой девочки? А, то есть это мальчик, блядь. Почему-то показалось, что девочка. Или это девочка? Нет, это мальчик. Или это девочка, блядь, это девочка или мальчик? Короче, это этого ребенка, эта штука, оно сделало эту штуку, короче, да? Ниточкина создала. Последний недостающий кусок. Там донат, походу, большой, если... Я не могу прочитать этот текст. Сложно. Ла... Thank you for playing, Conor. Я даже не успел бы его прочитать никогда в жизни. Тем более таким шрифтом, это было невозможно. Там было что-то написано Love Forms Bonds, а потом я... Пробую разбери этот шрифт. Бля, такая милая игра, конечно. По-любому во вторую часть надо будет поиграть. Я же говорю, скорее всего, после какого-то неудачного аукциона поиграю вторую часть. Когда будет, ну, какая-то игра, которую я сразу дропну. Вроде бы, да, как бы... то есть тут нету никакого сюжета, тут нету какой-то... Ну как, я как обычно просто нихуя не понял, да, в сюжете, потому что ничего не сказано. Игра от лица Ниточкина, и ничего, очевидно, не объясняется, потому что это же даже не люди играют. То есть, ну, не люди, персонажи твои. Тут ничего и не может объясняться, по большому счету. Но именно то, как оно чувствуется, когда ты это играешь, чувствуется эта игра просто невероятно шикарно. То есть атмосфера присутствует. Ну что еще? Био в МК 11, плиз, раз уж эта параша закончилась. Сам ты параша, чел. Такие игры делают очень редко. Ну, качественные по-настоящему. Тут нету ни одного минуса в этой игре, кстати. Ну, за исключением вот этого вот некоторых каких-то моментов, еще? Но именно в геймплее. Короче... Саундтрек здесь, саундтрек 8 из 10, наверное, 8 из 10 саундтрек, maybe 7.5, ну пусть будет, ну как, от 7.5 до 8, окей. Геймплей, я бы предпочел более сложный геймплей, более сложные головоломки, но геймплей можно ну, оценить на еще? Минимум... Это была девочка, Даяна. Бля, геймплей можно оценить на сколько? Ну не знаю. Ну тоже, опять же, от 7.5 до 8 можно геймплей оценить. Графика, я бы поставил 8.5 или 9 даже. Графика просто шедевральная. Короче, графика 8.5-9. Озвучка 7.5-8. Геймплей 7.5-8. Багов, кстати, тоже на самом деле не было. Когда мне казалось, что где-то какие-то баги есть, по-моему, их там не было. Хотя были моменты, где реально были баги, но я мог перемотать обратно, правильно? Поэтому это не зарешало. Или мне казалось, что там были баги, я опять что-то не разобрался. То есть, ну, очень качественно сделанная игра. Невероятно качественный продукт. Она очень качественно сделана. Тут минусов невозможно найти. Да, кому-то, допустим, вот не нравятся жанры подобные. Ну, опять же, я тоже не играю в подобные игры. Я не играю в платформеры вот такие, скажем так, просто вот где ты бегаешь бесцельно, и которые быстро заканчиваются. Да, то есть мне больше нравится что-нибудь типа Ori или Hollow Knight, а в любом случае мне эти игры нравятся больше, чем такая игра, несмотря на то, какая она охуенная и милая. Но здесь нету минусов, и она супер качественно сделана. Да, казалось бы, ни о чем, просто платформер с довольно-таки детскими задачами. Почти все задачи легкие, если я замечал все сразу, тут задачи очень легкие в целом. Даже не уровень какого-нибудь второго портала, да, то есть, ну, намного легче, чем портал 1, портал 2, по большому счету. Ну как, на уровне maybe первого портала от силы.
в лучшем случае. Хотя в портале 1 самые сложные задачи, они вообще сложнее, чем здесь. Ну просто очень качественно сделано. Очень качественно сделано. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики.